Юля, ты что, медитируешь? Ты с нами? Конечно, с вами. Я просто задумалась. О чем ты думаешь? Я думаю о нем. О ком о нем, интересно? О капучино. А что о нем думать-то? Вот, бери да пей. Просто пить капучино в такой-то день. А что уж за день за такой, 8 ноября, что уж такого интересного сегодня? А, Виктор, вообще-то сегодня Всемирный день капучино. Хороший повод, чтобы насладиться чашечкой ароматного кофе с нежнейшей пенкой. День капучино. А что, есть такой праздник? Доброе утро, губерния. Есть, конечно. В студии ведущий Виктор Стеблев, которому никогда не стать настоящим бариста. И ведущая, которая жить без кофе просто не может, Юлия Север. Ну, вкусно же. У нас, кстати, тут вот недалеко, за углом, делают очень вкусный кофе. Я за чашечкой капучино забегаю перед работой. Ага, перед работой, после работы, а еще в перерывах между работой, а еще в перерывах между перерывами. Да, знаю, да, я да. Тебя. Быстрый темп жизни. Не успевают. Да, не успевают. Просто дань моде. Желание. У русских нет такой надобности. Они любят пить чай с разговорами, с плюшками, с булками. А так это, мне кажется, это мода западная, европейская. Нехватка времени, наверное. Тепло. Времени не хватает. Не успевают. Работа. Ну, не знаю, это, наверное, когда хочется пить, где-то и пристроились. Приспичило. Да. Мне кажется, это определенный ритуал выпить кофе, чтобы сделать себе приятно. Угу. А почему на бегу это все надо делать? А это как раз и есть ритуал, что ты куда-то бежишь, но тебе приятно. Не пью кофе. Ритм жизни такой. Не успевают, быстрее все. Да сумасшедшие. Мы не любим пить, мы только утром пьем. Угу. И то сидя. Сидя. Потому что тонизирует. И снова доброе утро, друзья. Поздравляем всех с праздником, с Всемирным днем капучино. Да. Продолжаем нашу программу. И мы сегодня пригласили к нам замечательного гостя, имидж-стилиста Ольгу Симонову, для того, чтобы узнать все о цвете капучино. Доброе утро. Да, собираемся доброе в кофейню. Утро. Сегодня необходимо отметить так, в чем же нам пойти. Расскажите, пожалуйста, как цвет капучино можно применить в своем гардеробе? Самое главное про цвет капучино, то, что сейчас это очень модный оттенок. Казалось бы, но это просто нейтральный цвет, правда? Он такой светло-бежевый, там светло-коричневый кто-то его назовет. В каких-то случаях есть маленькая примесь красного, в каких-то маленькая примесь серого. Вроде как идет всем, понятный цвет, и на него не должно быть моды. На самом деле мода на него существует. То есть как, что такое есть мода на цвет и нет да, моды да. на цвет? Я предполагаю, что если в магазине много такого цвета, значит мода пришла. Да, значит мода пришла. Да, это тоже хорошо. Но сейчас в магазине есть и другие цвета. Дело в том, что частично, Юль, вы совершенно правы. Когда на цвет есть мода, мы его можем купить в очень разных фактурах и в разных вещах. Угу. Когда на цвет моды нет, он все равно будет так или иначе пробегать где-то. Это будут какие-то, не знаю, там светло-бежевые брюки или там темно-бежевые брюки. Но они будут одни там в магазине, в двух, да, и все. А сейчас у нас счастливое разнообразие этого цвета. Второе, это когда нейтральный цвет какой-то не в моде, он кажется скучным. Мы смотрим, большинство барышень, большинство парней смотрят на него и думают, ну что в нем такого? Ну вот, ну, цвет и цвет, да? А еще половина девушек говорит, ой, я в нем бледная. Вот это точно. Значит, на этот цвет нет моды. Когда на этот цвет мода, когда есть тренд, девушки говорят, ну, может быть, он мне сейчас не очень идет, так я накрашусь. Слава богу, есть макияж, да? Добавлю ярких акцентов. Как сделали это вы, да? Кстати, такие серьги активные, яркие. Да, все правильно. И все оттенки, даже которые на мне, они могут вполне быть включены вот в эту гамму капучиновых, но они все непростые. То есть если у меня юбка, да, у нее сложная фактура. Если у меня джемпер, тут есть вот эти вставки из люрекса и надпись «Мечтай», которая нас должна вдохновлять. Мечтай, комбинируй и легко обращайся со своим гардеробом. Хорошо, мы проговорили про цвет гардероба. А вот если, например, пришла идея покрасить волосы в цвет капучино? Отлично. Это хорошая идея? Удивительно полезный вопрос. Да, конечно же, это сейчас очень модная тема, тем более, когда есть переход очень модный, типа амбре, от светлого к темному, как раз оттенки капучино в волосах, это действительно тренд. Mm-hmm. Они смотрятся просто натурально, с одной стороны, а с другой стороны, этот цвет выглядит дорого и благородно, поэтому, конечно, стоит к нему стремиться. И в макияже тоже эти цвета самые-самые популярные, ну, именно потому, что они идут практически всем, в зависимости от подтона,
угодно, там можно поиграть. Mm-hmm. И сочетаются со всем. Я какой макияж сделаю, Юля сделает или Матильда, мы все будем выглядеть здорово. Ну, Матильда, наверное, сегодня у нас обязательно будет звездой нашего эфира во второй части программы. Да, во второй части. Вот. А скажите, пожалуйста, вот как не переборщить с цветом капучино? Если я, например, да, понимаю, стоит, что это, что это в сезоне, это модно, но чем его разбавить? Если у меня низ капучино, верх капучино, что делать? Да, как не превратить в скучное что-то? Верх капучино, низ капучино. Смотрите, если мы хотим его с чем-то другим скомбинировать, это очень хорошая идея. Мы можем самим напитком вдохновиться, где светло-коричневый и белый. Угу. Идеально. Это и уютное, да, сочетание, осеннее, и освежающее. Да. Угу. Его можно носить и осенью, и зимой. Оно выглядит благородно и элегантно. Второе очень современное сочетание – это оттенки бордо. Как будто мы капучино взяли пирожок с клюквой, например, какой-то. Тоже или вкусное, уютное. На чашечке капучино. Да, все правильно. Это тоже смотрится всегда очень здорово. И третье сочетание необычное. Чаще всего просто оно считается не очень современным, но сейчас на него тренд. Это оттенки вот этого бежевого-коричневого в сочетании с черным. Mm-hmm. Раньше это было фу, мавитон, так носили только люди, которые абсолютно ничего не понимают в моде. Но сейчас так носят самые стильные, самые продвинутые. И, наверное, это мы с вами, наши зрители. Мода, она такая коварная дама. Я могу сказать, что мы выбрали, в общем-то, образ для похода в кофейню, а вот понравится ли наш образ погоде, давайте узнаем у наших синоптиков. В Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой умеренный дождь. Днем плюс 5, плюс 10 градусов, ночью плюс 2, плюс 7. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 7, плюс 10. На востоке и юге плюс 9, плюс 12. Погода в Самаре ожидается облачная. Днем плюс 7, плюс 8, ночью плюс 6. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба. Относительно влажность воздуха 91-95%. Продолжаем говорить о кофейных напитках в нашем гардеробе. И Ольга Симонова готова уже представить нам Матильду. Расскажи, пожалуйста, что за образ на ней, как сочетать вещи правильно. Матильда сегодня нам демонстрирует самые модные тенденции сезона. Как и всегда, она у нас самая модная девушка в нашей губернии. Поэтому что здесь? Модный тренд на пушистые вещи. Он вообще захватил все магазины. Он захватывает всех модниц. И мне кажется, что для осени, зимы – это идеальная мода. Это не что-то там эфемерное, да, в этом будет тепло. При этом мы можем натянуть это на плечо, ну, это то есть совершенно нормально, а можем сделать более женственный образ, чтобы она не превращалась в нашего родного медведика. Чтобы показать, да? Хрупкость, да, изящность. Да, и какую-то, да, вот эту вот деликатную женственность. Что еще? Здесь юбка. Юбка прямая, длинная. Сейчас это большая-большая долгая тенденция. Но чтобы женщина в ней не выглядела, ну, какой-то громоздкой, да, масштабной. У юбки есть разрез. Для самых целомудренных можно регулировать длину разреза, чтобы вам было и ходить удобно, да, и красиво смотрелось. И еще джемпер прикрывает то, что у юбки есть необычные элементы. Они раньше были только на брюках. Ощущение, что как бы не дошили, как будто она с манекена, да, как будто есть вот эти вот стежки, выполненные ательером. Да. А на самом деле это дизайнерский прием, который как раз говорит о том, что вещь творческая, что это не просто коричневая юбка, а юбка оттенка капучино, со сложным дизайнерским ремнем, с разрезом, и она выглядит интересно. И плюс у Матильды есть сюрприз. Парам-парам-пам. Вау, какой интересная интересный. Спинка, да. То есть спинка у нас может быть вот такой вот, да, тут как будто бы имитация банта. Все стратегически важное закрыто. Женщина может носить то белье, которое ей удобно, комфортно. И в то же время она выглядит красиво не только сверху, спереди, да, но и сзади. И здесь мы видим тоже необычный ремень, тоже асимметрично выполненный на юбке. Это все тренды наступающего сезона. Зачем я вам это рассказываю? Затем, чтобы мы понимали, если мы
мы берем спокойные цвета. Каждый может одеваться только в черное, только в серое, только в бежевое, да? А мы хорошо, чтобы взяли интересные вещи в этих цветах. И хорошо, чтобы они сочетались друг с другом. Но здесь, слава богу, они по цвету пересекаются. Но тогда образ будет выглядеть не скучно. Если мы сюда возьмем, ну, к такой юбке, самую обычную, допустим, рубашку по фигуре, все равно образ скучным не будет, потому что у юбки есть детали. То есть, с одной стороны, вещь универсальная, с другой стороны, мы можем носить ее очень по-разному. И я всех призываю, и вас, и наших зрителей, обращать внимание на такие вещи. Какие-то пускай будут базовые. Такие сюрпризики, да, и зимники. А какие-то будут, да, со спокойными цветами, но в них будет что-то необычное. Характер. Про вас, да, характер. Мы же все разные, хоть даже в одном цвете. Спасибо большое, отлично. Ольга. Спасибо большое. Что ж, впереди нас ждет вкусный завтрак. Вот тут главное не заляпать наши наряды. Сегодня, как это иногда бывает, блюдо, которое мы будем готовить, для меня такой сюрприз. И это какое-то что-то там, я так и не понял, похожее на огромную странную картошку. Ну, это сладкий картофель, батат. А, батат. Да, батат. И мы будем его запекать. Мы его хорошо помыли. Укладываем в жаропрочную форму и отправляем запекаться на 200 градусов примерно на 30 минут. Пока наш батат запекается, мы подготовим с тобой заправочку. Нам нужно будет с тобой сметана, да, чесночок. Давай, ты пока измельчи чеснок, а я порежу зелень. Нам понадобится укроп и ведрушка. Так. Чпанк. Прям все. Добавляем зелень и все хорошо перемешиваем. И мы с вами добавим сюда изюминку. Так. Розовый перец. Его не надо путать с красным перцем. Розовый перец. Хотя это, честно говоря, и не перец вовсе. Так, а что это? Ну, вот так его называют по его виду. Но если на вкус, я предлагаю тебе попробовать. Я уже пробовал розочку. Да. Угу. Очень хорошо подходит для овощных блюд. Очень-очень вкусно. Так. Все, нашу заправку мы с тобой приготовили. Поэтому берем наш батат, разрезаем пополам. Так. Можно взять просто две половинки. А можно, вот я очень люблю именно раскрыть как книжечкой, немножечко вилочкой. Внутри он больше похож на морковку, чем на картошку. Ну вот батат не морковка, батат не тыква, как иногда, да, путают по вкусу. Все-таки у него свой вкус. Это очень вкусно, это очень полезно. Какой-то курагой вообще, по-моему, пахнет. Или чем-то таким интересным. Это овощи же получается все-таки? Да, это корнеплод. Таким вот образом делаем лодочку и выкладываем сюда нашу заправочку. Надо отрезать вот от стенки. Я правильно понимаю? Как-то вот так вот, наверное. Здесь, знаешь, вот правил никаких нет. Ешь так, как тебе вкусно. Не знаю. По консистенции очень похоже на тыкву. Но вкус немножко отличается. То есть это на вид картошка, на взгляд... морковка. Внутренняя морковка, на вкус что-то тыква. Очень необычно. И вот сейчас вот чесночок дошел. Это класс. Наверное, в выходной день, когда никуда не надо, чтобы можно было чесночка как следует поесть, это блюдо зайдет всем на ура. Поэтому готовьте, наслаждайтесь. Всем приятного аппетита. Всего вам доброго. Пока. Юль, мне вот интересно, неужели ты до такой степени любишь кофе, что готова даже этому поэму посвятить? А то в лучах рассвета тихо, мирно, кофе варю не спеша, осторожно. Этот нектар так ювелирно, сон прогоняет, глаза открывает.
Утро, солнце, чашка кофе. Хочешь вместо молока? По небес, пройдя дороги, я добавлю облакам. Я добавлю счастье ложку. Хочешь даже не одну? Свои чувства на ладошке. Вместе с кофе протяну. Я добавлю горсть улыбок. И мечты твоих снов. Музыку цветочных скрипок. И еще свою любовь. И снова доброе утро, друзья. Если вы любите кофе, то обязательно не пропустите нашего следующего гостя, потому что это Алексей Стаканов, шеф-бариста, технолог по обжарке кофе и победитель конкурса «Обжарщик года 2021», который готовит свое новое поколение, которое будет побеждать. Вот так вот. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Сегодня расскажете нам все, как выбрать настоящий, да, ароматный, все про хороший кофе сегодня. Кофе, правильно? Да. Стараюсь, да. Итак, во-первых, скажите, как стать обжарщиком года? Что, какими нужно качествами обладать? Ну, в первую очередь, это нужно любить свое дело, чтобы нравилось то, что ты делаешь, так, и чтобы другим гостям нравился тот кофе, так, который ты производишь. Помимо этого, нужно немало навыков и знаний. Я потратил на это много лет. Кофе я занимаюсь уже более 12 лет. И до этого я работал много времени шеф-бариста, бариста, даже с официантом давным-давно работал. И эти знания мне помогли стать обжарщиком. А когда уже стал обжарщиком, много времени я оттачивал свои навыки, улучшал обжарку, профилят для обжарки кофе. И таким образом получилось победить в премии «Обжарщик года». И сейчас жарим вкусный кофе, свежеобжаренный. Здесь у нас в Самаре производим. И передаю свои знания новому поколению, и чтобы уже растить новых победителей. Помимо как... обжарщика года, вы еще и шеф-бариста. Да, да, все верно. А как стать... к этому пришли, да. Как почему? К этому пришли, как стать профессиональным баристом? Ну, бариста — это тоже, так, можно сказать, предрасположенность. Мне нравился именно сам процесс приготовления кофейных напитков. У вас от любви кофе все-таки пошло, да? То да, есть вы, да, наверное, да, как потребитель. любите кофе, любите этот напиток, и mm-hmm. уже потом как-то связались с ним. Сначала мне понравилось именно само приготовление. Ага. Нравилась эта эспрессо-кофемашина, кофемолка, как это все делается, как готовятся напитки на основе эспрессо, как рисуют красивые рисунки на чашечке капучино. Да. Это латте-арт называется. Это молоко, арт-искусство, молочное искусство. Вы можете, искусство, да, изобразить? Да, конечно. Ой, я на каждой чашке капучино рисую разные напитки. А потом нам жалко рисунки. Это все пить. Представляете, вот такую красоту. Самое, что вкусно было. Это точно. Вот. И мне было интересно именно готовить эти напитки, чтобы было красиво и вкусно. А потом меня этот процесс все увлекал. Я все погружался все больше и больше. Стал участвовать в различных чемпионатах. И опыт, навык и знания мне помогли стать бариста, хорошим бариста. И потом ко мне начали обращаться разные люди для того, чтобы я помог открыть заведение. И начал открывать разные кофейни. И так получилось, что я смог организовать рабочие процессы, сделать вкусные напитки, авторские напитки, обучить бариста готовить вкусные напитки. И так получилось стать шеф-бариста. И до сих пор так работаю. Вот так вот. История успеха. Mm-hmm. Сегодня мы отмечаем День капучино. Расскажите нам, пожалуйста, какой же он настоящий, правильный, вкусный капучино? В чем секрет его приготовления? Не знаю, соотношение пенки с молоком, кофе? Ну, в первую очередь, капучино – это самый популярный напиток в кофейнях. Его обожают там процентов 70 гостей и пьют его очень много. Это в первую очередь. Во вторую очередь, что такое капучино? Это напиток на основе эспрессо с добавлением взбитого молока. Секрет в том, что нужно приготовить сначала вкусный эспрессо. Mm-hmm. Его нужно правильно настроить, обладать навыками и знаниями для того, чтобы приготовить вкусно. И на его основе мы готовим капучино. Далее остается взбить молоко и подогреть его до правильной температуры. Потому что если мы молоко не догреем, напиток будет недостаточно сладкий. А если мы перегреем, то напиток будет очень горячий, и гость может обжечься. И повышенной температуры мы подчеркиваем горечь нашего напитка. Поэтому правильно еще взбить молоко до правильной температуре, правильной консистенции. А дальше уже навыки бариста. Как бариста смешает эти два ингредиента, эспрессо и взбитое молоко, и нарисует этот красивый напиток, чтобы радовать гостя. Я все время, кстати, капучино, латте люблю и тот напиток, но не всегда могу отличить, чем же отличаются два напитка. Схожи они, мне кажется, обычному, да, вот человеку на вкус. Возможно, они схожи, но в названии лежит основа этого напитка. Латте – это
итальянского молоко или молочный. И латте отличается от капучино больше содержанием молока, и он более молочный напиток. Mm-hmm. Его любят люди, те, которые более молочные, не такой крепкий. А капучино все-таки сбалансированный напиток на основе эспрессо, и эспрессо там должен чувствоваться. Если эспрессо там не чувствуется, и вот этой кофейной нотки не присутствует, то напиток получается молочный, он автоматически становится латте. Спасибо. А у нас есть время сделать перерыв, насладиться чашечкой капучино. Пока что наша Татьяна Пецина взвешивает все аргументы за и против. Принимаю эстафету от коллег. Горчица была довольно популярной специей еще 3000 лет назад. С тех пор рецепт ее приготовления практически не изменился. К цельным семенам добавляют растительное масло, уксус, воду и некоторые другие ингредиенты в зависимости от региона производителя. Немецкая, английская, французская и русская кухня уже с трудом представляются без характерного терпкого привкуса. Да и полезных свойств у этой приправы предостаточно. Она стимулирует аппетит, увеличивая выработку слюны в 8 раз и способствует перевариванию пищи. Также нейтрализуются токсины, активизируется обмен веществ и кровообращение. Как следствие, происходит расщепление жиров. В составе большое количество вещества под названием селен. Оно повышает прочность костей, укрепляет зубы, улучшает состояние волос и ногтей. Но, как говорится, хорошего помаленьку. Передозировка может привести к раздражению слизистой оболочки пищевода. Достоинств у этой пряности все же больше. Зерна, смолотые в порошок, известны всем как отличное прогревающее средство при простуде. Правда, этот рецепт чудодейственен только в том случае, если больной не склонен к аллергиям. Эфирные масла способны спровоцировать высыпание на коже и заложенность дыхательных путей. Современные девушки нашли горчице самые разнообразные применения – от мойки посуды до масок для волос и лица. Думайте сами, что из этого весомый аргумент. Только умоляю, не взвешивайтесь после завтрака. Что ж, мы продолжаем. Алексей Стаканов, шеф-бариста, технолог по обжарке кофе. И подскажите, пожалуйста, как нам выбрать зерна для домашнего использования? На что стоит обратить внимание? Не знаю, может быть, вот вы нам принесли, какой из сортов более мягкий, более крепкий? Хорошо. Для того, чтобы выбрать тот кофе, который вам нравится, нужно определиться с вкусом сначала. Какой вы кофе больше предпочитаете? Послаще, покислотней, погорчее. От этого будет зависеть кофе, который вы выберете. Всегда я рекомендую кофе использовать свежие обжарки. Что такое свежая обжарка? Это кофе, который обжарен не ранее, чем неделю назад, и не больше там месяца-двух. Желательно рекомендовано использовать в течение месяца после обжарки. В первую очередь это свежесть, во вторую очередь это степень обжарки, потому что обжарки тоже бывают разные. Бывает посветлее, она более кислотная, бывает средняя, она сбалансированная, достаточно сладкая, и бывает темная обжарка. Темная обжарка отличается своей плотностью и горчинкой. А дальше уже выбор остается за страной произрастания. В данном случае я привез с собой это кофе из Колумбии, кофе из Эфиопии и кофе из Коста-Рики. Эти лоты отличаются своей ярко выраженной кислотностью. Это 100% арабика. Они достаточно кислотные, с небольшой горчинкой, которая тоже присутствует. Но этот кофе, если обжарить темнее, то горчинка будет больше чувствоваться. Если кофе обжарить посветлее, то будет кислотности и сладости больше чувствуется. Но вот если возьмем кофе из Бразилии, Бразилия обладает шоколадно-ореховыми нотами и достаточно сладкая. И чаще всего Бразилия приходит в натуральной обработке, и она достаточно сладкая. А кофе мытой обработки или кофе из Африки, они обладают больше кислотностью.
Кофе тот, который содержит робусту, бывает смесь с робустой в разном соотношении 50 на 50, 80 на 20, 70 на 30. Робуста добавляет плотности и горчинки. И если вы хотите плотный, насыщенный вкус, то вам нужно выбрать кофе потемнее обжарки и, возможно, с добавлением робусты. А если вы любите кофе все-таки помягче, послаще, покислотнее, то рекомендую 100% арабику, свежей обжарки, и тогда будет вкусный сладкий напиток и с небольшой кислотностью. А молотый кофе сколько может храниться в домашних условиях? Вот мы его перемололи уже и, собственно говоря, добавляем в кофеварку, в турку. Мы всегда рекомендуем использовать кофе, точнее, хранить кофе в зернах и намалывать его непосредственно перед приготовлением. Ага. Так кофе сохраняет свои свойства дольше. И в пачке, здесь вот пачки специальные, они как раз не пропускают кислород внутрь, и кофе там не окисляется. И кофе сохраняет все свои ароматические свойства внутри пачки. И кофе перед использованием мы насыпаем в кофемолку, намалываем определенное количество для заваривания, завариваем и наслаждаемся вкусом. Один раз, слушайте, это интересно, я не знала. Так, какой кофе считается самым дорогим, самым лучшим вообще в мире? Но лучшего кофе для каждого он свой. Угу. Кому-то нравится кофе из Бразилии, кому-то из Колумбии. Я предпочитаю кофе из Эфиопии, потому что Эфиопия – это родина кофе. Мне очень нравится кофе из Эфиопии, из Кении, из Коста-Рики, Африку люблю. А есть дорогие лоты, которые могут стоить около там, $100 за килограмм зеленого зерна. Но кому-то они вообще не понравятся, кому-то они понравятся. То есть, ну, профессионалы его оценят. Они его оценят по достоинству, скажут, да, какой насыщенный, яркий вкус, какие четкие дескрипторы, и мне он нравится. А некоторым скажут, да что вы мне за кислятину дали, там, он очень кислый, невкусный, и мне вот послаще Бразилия. Каждому свое. Да, все правильно. Спасибо большое, Алексей, за увлекательную беседу. У нас как раз есть время, чтобы сделать кофейную паузу. Ребята, я вчера такую рыбу поймал. Вы гляньте только, а? А я такой пирог приготовил, вы закачаете. Пирог со щами, наверное. А запивать можно квасом. Квасом. А у меня в саду вот такие яблоки поспели. Угощайтесь. Утро губернии объявляет конкурс. Вы лучше всех поете, умеете ходить на руках, вырастили на огороде огромную тыкву или сами связали шапку. Не стесняйтесь, хвастайтесь. Расскажите о своих успехах нам. Присылайте свои фото или видео, а мы похвалим вас в эфире. Самых способных зрителей пригласим в утренний эфир на телеканале «Губерния». Все подробности на сайте savainfo.ru. Давай, хвастайся! И снова доброе утро, губерния. Мы продолжаем наслаждаться чашечкой пенной вкуснятины в день капучино. В студии знатоки кофе ведущие Юлия Север и Виктор Стеблев. Кофейный напиток на основе эспрессо и вспененного молока пришел к нам из итальянской кухни. И сегодня он самый покупаемый во всех кофейнях. Да, совместные посиделки за кофе способны сближать людей. Чашка теплого капучино, будь то за столом переговоров или в уютном уголке кофейни с хорошими друзьями, настроит на атмосферу уюта и заботы. Главное соблюдать норму. Сколько кружек ароматного напитка, например, мы можем себе позволить? Это нужно знать. Скоро в нашем эфире расскажет об этом диетолог. Ох, меня, наверное, поругают. Я вечно пью кофе на ходу. А вы? Быстрый темп жизни. Не успевают. Да, не успевают. Просто дань моде. Желание. У русских нет такой надобности. Они любят пить чай с разговорами, с плюшками, с булками. А так это, мне кажется, это мода западная, европейская. Нехватка времени, наверное. Тепло. Времени не хватает. Не успевают. Работа. Ну, не знаю, это, наверное, когда хочется пить, где-то и пристроились. Приспичило. Да. Мне кажется, это определенный ритуал выпить кофе, чтобы сделать себе приятно. Угу. А почему на бегу это все надо делать? А это как раз и есть ритуал, что ты куда-то бежишь, но тебе приятно. Не пью кофе. Ритм жизни такой. Не успевают, быстрее-быстрее все. Да сумасшедшие. Мы не любим пить, мы только утром пьем. Ага. И то сидельше, сидя. Потому что тонизирует. Доброе бодрое утро, губерния.
Доброе утро. У нас сегодня в гостях диетолог-нутрициолог Анна Мельникова. Говорим мы сегодня, продолжаем говорить о кофе, о капучино. Ну и, конечно же, и вопросы будут об этом тоже. Да. Очень даже кстати вы сегодня пришли к нам на эфир, потому что очень много вопросов. Я защищаю. Я сегодня защищаю кофе. Да, о кофе. Ну и о капучино в частности. Расскажите, пожалуйста, ну, во-первых, любите ли вы кофе? Я люблю кофе. Позволяете ли? Позволяю себе, могу иногда даже чуть-чуть злоупотребить. Так. Кофе я очень сильно люблю. Так, все-таки злоупотребить. Рассказывайте, где эта норма заканчивается, сколько... Вообще нужно понимать, потому что немножко разграничивать, потому что есть кофе, есть кофейные напитки. И если немножко заглянуть... в сторону кофеин, какой кофе покупается в основном посетителями, то это как раз капучино, латте, раф. Mm-hmm. Это чаще всего как кофейные напитки, в которых много молока. Чаще всего люди добавляют сиропы, там раф, да, готовится на сливках. То есть помимо того, что кофе оказывает то или иное действие, можно про него сейчас поговорить, у нас еще в совокупности идет дополнительные калории, скажем так. Вот, поэтому нужно понимать, если мы любим кофе все-таки, это американо, эспрессо, если это с добавлением молока, сиропов, сахаров, то это все-таки уже будут являться какими-то кофейными напитками. Угу. А кому не стоит увлекаться кофеином вообще? Ну, есть ряд заболеваний, на самом деле, кому не стоит увлекаться кофеином, но самое простое, наверное, это очень сильно высокое давление, да, это сердечно-сосудистая система, если проблемы с сосудами, сердцем, здесь увлекаться точно стоит. А для среднестатистического человека вообще кофеин полезен? В кофе, как таково, вот польза и вред, оно на балансе. Если мы, например, любим кофе, мы его пьем, то мы обязательно должны пить воду. Опять же, чтобы был водный баланс, потому что кофе обезвоживает. И в больших количествах... каждая кружка, чашка кофе – это стакан воды. Да. Угу. Самый простой способ, если ничего не считать, то если мы выпиваем кофе, то мы в дополнение то, что мы и так пьем воду, мы пьем воду, потому что кофе обезвоживает. И если говорить о негативных последствиях кофе, если в больших количествах, то обезвоживание скажется на коже, ускоренные процессы старения и, соответственно, влияние на внутренние органы. Если про девушек говорить, да, это более яркое проявление целлюлита. Mm-hmm. То есть в больших количествах это, конечно, будет отражаться и на внешнем виде. Так, о пользе кофе. Все-таки хочу услышать, чем он может быть полезен? Польза кофе, наверное, это тонизирующий эффект, про который все прекрасно знают. В определенных количествах, естественно, в первой половине дня. Вот я сейчас хотела про это сказать, потому что, когда мы пьем кофе во второй половине дня, это влияет на сон. Не с точки зрения, что вы не уснете. Вы уснете, но будете спать поверхностно, потому что мы, когда спим, должны максимально отдыхать. А если у нас вместо ужина или к ужину прилагается кофейный напиток, то это перевозбуждает нервную систему. Так, первая половина дня у всех заканчивается берем период обеда. Обеденно, до обеда. Да, то если вы до обеда пьете чашку кофе, и плюс вы пьете норму воды, здесь страшно вообще ничего нет. Все-таки чашка, норма, одна чашка кофе в день? Здесь смотря какая цель. Если цель, кто на снижении веса находится, то лучше одна чашка в день. Если вы не на снижении веса, в принципе, все хорошо со здоровьем, нет проблем с сердцем, то можно и 2, и 3 выпить, если все хорошо со здоровьем. Хорошо, а чем можно заменить кофе? Если вдруг, например, мне кофе, хочется заменить чем-нибудь, что это будет? Чай не предлагать. Я сама просто люблю кофе, и я не очень к заменам, но можно заменить цикорием. Есть такой растительный... Все-таки цикорий. Все-таки цикорий. Угу. Вот, может быть, попробовать матчу. Да, это вариант чая, но если его делают, опять же, с молоком, то, в принципе, достаточно вкусный напиток, если хочется побаловаться. Так. И хочется сказать, что кофе очень такой момент, что это очень модно. Даже те, кто не сильно любит, ходят в кофейню, берут кофе. Это все-таки еще нужно понять, насколько реально ты хочешь кофе, или это веяние моды зайти в красивое место, посидеть. Или рука просто просит стаканчик, да, и потому что пьем кофе на ходу, мы сегодня обсуждали уже пьем кофе на ходу, и действительно это такая мода. Это модный ритуал на самом деле, потому что когда ты берешь чашечку кофе в красивый кофе, там у тебя есть 5-10 минут посидеть, там без семьи, без детей, там без работы, да, отдохнуть, это какой-то момент релакса. Mm-hmm. Поэтому здесь еще такой момент, да, насколько ты любишь кофе, или ты хочешь просто вырваться в красивое место, а все кофейни, как вы видите, они достаточно красивые по дизайну. Так задумайтесь. В общем, мы решили, кофеином не стоит увлекаться, что не скажешь про красивую обувь. Давайте посмотрим. Он пишет стихи и создает обувь. Как в одном человеке могут уживаться эти две личности? Оказывается, вполне комфортно. Сам про себя Роман шутит.
Хороший сапожник тоже поэт. И действительно, ведь это тоже творчество, просто в другой форме. У моего прадедушки родились близнецы-братья. Одного он назвал Виктор, второго Ликтор. Это мой родной дедушка. Вот один был обувщиком, другой шил костюмы мужские, пиджаки, брюки. А отец овладел обеими профессиями. То есть он может шить и обувь, и костюмы. А я вот сапожник. Они и сейчас работают вместе с отцом. Есть еще несколько помощников. Одни вырезают, натягивают кожу на колодку. Другие прошивают швы на машинке. Это уже чисто женское дело. Но самое сложное – придумать модель, довести ее до совершенства. Так как ничего нового не придумывается и нигде, сейчас эпоха дизайна, мы просто занимаемся композицией. И, в принципе, это вся обувь уже придумана. Мы знаем, что такое сапог, полусапог, ботинок. Есть все там, шнурки, молнии, да, и так далее. Модель Диана более женственная, на небольшом каблуке. Каролина идеальна для долгих прогулок по городу. Кожа только натуральная, подошва толстая, рифленая, чтобы было тепло в холодное время года. Меховая или шерстяная подкладка по желанию. Ручная затяжка на колодку, она в любом случае будет лучше, потому что сапожник контролирует натяжение кожи. А, то есть, когда мы работаем со станком, то есть, ну, как бы понятно, что там все продумано, технологии, но все же есть моменты, особенно с сапогом. Сапог – это самый сложный жанр. На каждой паре тиснение. Создать себе доброе и прочное имя. Как раз то, к чему так стремится мастер-обувщик. Татьяна Пецина, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». Мы продолжаем наслаждаться ароматом кофе, ну, пока представляем его перед собой. Расскажите, пожалуйста, Анна Мельникова, да, кстати, напоминаю, диетолог, нутрициолог у нас удобно расположился на нашем диване. Про калорийность. Не забываем, мы все-таки девочки, по крайней мере, за этим следят. Вот кофе без сахара, какова его калорийность, и дальше уже с добавками. Ну, на самом деле, кофе без сахара не обладает какой-то высокой калорийностью, так. Там прямо она минимальная, и на набор веса точно не повлияет, потому что те, кто пьет кофе без добавок и без сахара, я напомню, это американо и эспрессо, а эспрессо это вообще очень сильный момент такой тонизирующий. Люди такой, концентрат, да, такой? Люди именно такой напиток по 3-4 чашки в день не пьют. Пьют чаще всего латте, раф, капучино, те напитки, которые содержат определенное количество молока, сливок и различных сиропов. Вот вся калорийность идет за счет молока и сиропов. И когда вы выпиваете там раф на каком-нибудь кокосовом молоке, там, с, не знаю, грушевым сиропом, предположим, вот этот напиток может по калорийности равняться вашему обеду или то ужину. Это уже такой десерт полноценный, да, да, практически? Да. И если вы... Кусочек торта в жидком виде, практически. Да, да, на самом деле, да. И если вы 3-4 раза в день употребляете такие напитки, то, соответственно, вы к своему питанию добавляете лишние калории, те лишние калории, которые мы съели, и мы не израсходовали. Если мы вообще спортом даже не занимаемся, то это, конечно, все пойдет в лишний вес. Ну, а я, допустим, вот кофе без молока совсем не люблю, просто кофе и немножко молока, насколько это грешно? Ну, здесь нет грешно, здесь надо смотреть по состоянию здоровья, если все хорошо, если нет аллергии там, на лактозу, молоко хорошо переносится, то здесь нет ничего страшного. У нас осталось буквально там одна минутка, хотелось бы просто быстренько поговорить о нормальном, правильном завтраке. Да. Вот, возможно, кто-то сейчас из наших телезрителей уже как раз сидит за столом и смотрит нашу программу. Давайте порекомендуем вот правильный завтрак. Самый классный правильный завтрак – это сбалансированный. Там, где есть белки, там, где есть жиры, там, где есть углеводы. И если по-простому взять тарелку, мы просто можем ее разделить, там, не знаю, на 3 части визуально. Так. И, соответственно, белок, это могут быть сырники, это могут быть яйца, это могут быть какие-то растительные яичница. Моменты. Да, яичница. Ну, там, 1, 2, 3 яйца в зависимости. Омлет. Потом мы складываем на тарелку какие-нибудь овощи в виде клетчатки. Также это, кстати, могут быть фрукты, так как это у нас завтрак. И, соответственно, помимо того, что мы положили овощи, это еще у нас крупы, хлебцы, хлеб.
что-то такое, и жиры, да, это может быть авокадо, это могут быть орехи. В зависимости от того, что мы хотим, мы можем из каши сделать модерн, да, там добавить сыр, там яйцо, еще что-то. Это может быть основной ингредиент омлет, в который вы добавите овощи немножко, да, хлебец, например, чем-то помажете, там творожным сыром, и кусочки авокадо. То есть, когда у нас есть, простым языком, белки, жиры, углеводы, мы понимаем, что все это есть в тарелке, это максимально сбалансировано, полезно, и вы остаетесь сытой надолго. А это очень важно для, ну, любых людей, для работающих, неработающих. Спасибо большое, спасибо. Анна. Кофе с шоколадом, конечно, может быть не так полезно, но уж точно вкусно. Иногда позволить себе можно. Итак, для нашего шоколадного фондю нам понадобится всего два ингредиента. Это сам шоколад, в нашем случае темный, и жирные сливки, у нас 33%. Важно сказать про шоколад. Чтобы у вас получилось очень вкусное и насыщенное фондю, важно использовать качественный шоколад. Так что не скупитесь в этом моменте, иначе, если вы купите более дешевый шоколад, он может у вас свернуться и испортит вам фондю, и придется заготовить все заново. Что мы будем сейчас делать? Мы добавим наши сливки в сотейник, добавим туда шоколад, соответственно, поставили на огонь, и будем перемешивать до получения однородной консистенции. Наше фондю готово, получилось оно вот такой вот консистенции, пахнет оно очень вкусно, и вы, наверное, уже заметили наше вот такое вот приспособление. Это и есть фондюшница, которая поможет нам сохранять наше фондю и вот или горячий шоколад в жидком состоянии. Сейчас я расскажу вам принципы вообще ее работы. Состоит она из, скажем, 3,5 частей. Первое – это отсек, куда вставляется горелка. Она может быть идти сразу с фондюшницей, или же это может быть обычная свечка, как вам будет удобнее. Мы сразу ее подожжем. Далее у нас идет емкость, ну, выглядит как кастрюлька. Сюда мы заливаем воду, и это у нас будет водяной баней. Заливаем сразу горячую воду, чтобы не тратить время на нагрев. И у нас есть емкость, куда мы зальем наше фондю. Опускаем, переливаем, накрываем. И у нас есть последний элемент. Это вот такие вот шпажки, которые шли вместе с этой фондюшницей. Они длинные, ими удобно набирать, накалывать ингредиент, макать и наслаждаться. Поделюсь с вами лайфхаком для тех, у кого нет фондюшницы или нет возможности ее купить. Вы можете использовать обычную плиту. Вы также используете какую-то емкость, куда нальете горячий шоколад, поставите на кастрюлю с водой и на медленный огонь. Соответственно, скажем, у вас тоже будет фондю оставаться в жидком состоянии. И вместо шпажек можете использовать деревянные шпажки, ну, главное, не зубочистки. Но основной плюс, скажем, вот такой фондюшницы в том, что она мобильна. Вы можете ее установить где хотите, в центре комнаты, сесть вокруг с друзьями, на природе, в любом удобном для вас месте. В этом, наверное, есть ее основной кайф, что можно собраться с друзьями, наслаждаться разными фруктами, макая их в шоколад и обсуждая разные темы. На сегодня все. Всем хорошего дня. С вами бодрились и наслаждались ведущие Юлия Север и Виктор Стеблев. Всего доброго. Пока-пока. Я вот думаю, Юль, что может быть лучше чашки капучино? Лучше чашки капучино может быть вторая чашка капучино. Отдай.